Ciao, Mirabilandia. Mi chiamo Anastasia. Mi chiamo Sergei. E vengo dalla Moldavia. Мне 17 лет, я начала заниматься этим цирковым искусством уже как 2 года, и начала я этим заниматься только потому, что встретила Сергея, и мы познакомились, и он из цирка, из цирковой студии, и поэтому начали вместе заниматься. Мне 23 года, я уже занимаюсь более 9 лет, вот, именно ремнями я занимаюсь около 4 лет, вот, мне это нравится, я с детства полюбил цирк, я живу цирком, можно сказать. Вот, а насчет страха, насчет того, что есть, конечно, у меня страх, у меня перед каждым выходом на сцену, неважно, манеж, на сцену, где-либо, я всегда, всегда есть дрожь в теле, потому что, как артист без дрожи, без страха, вот ты выходишь на сцену, и все, вот люди, вот кайф, и я этим живу, мне нравится, я ловлю кайф от того, что я выхожу и выступаю. Иди, покажи мне, на что ты способен. Идем!